выдержали позора и пропали бесследно. Теперь все гадают, для чего девушка все это затеяла. Мотив пока неизвестен. Есть разные версии. Я решил проверить, насколько правдива эта история, и отправился к ее герою. Если на Кавказе есть многоженство, почему нет многомужества, решила вот эта девушка и стала первой, кто женил на себе двух мужчин. Невероятная история произошла в маленьком ингушском селе Плиево. Здесь замужняя дама, у которой двое детей, разыграла настоящий свадебный спектакль. Сотни людей оказались обмануты. Жених остался без невесты, разрушенные две семьи. Мы специально приехали в поселок, чтобы выяснить, было ли это на самом деле. Нам удалось найти и дом этой девушки, но дверь никто не открыл. Очень похожая на нее сирота без родни, которая хочет замуж. Предложила супругу познакомить ее с другом и передала свой же тайный телефонный номер. Потом несколько месяцев переписывалась с товарищем мужа. Прежде они никогда не виделись. В итоге дошло до свадьбы. Чтобы стать невестой уже во второй раз в своей жизни, ей пришлось обмануть всех родственников. Сказала, что уехала к больной тете. Сама же в это время надела хиджаб, голубые линзы, увеличила губы и приехала к своему новому жениху. При этом на свадьбе сидит ее первый муж и вся его родня. Девушка уже тогда была в шаге от провала. Меня зовут Мурат Магомедов, я корреспондент телеканала российского «Известия». Это Зиудин, это Рашид, жители Ингушетии. Подошли ко мне, вспомнили мой репортаж, который я делал, уже не помню, какой это год был, но тогда я был молодым журналистом, неопытным. В итоге меня отправили на съемку, я выехал в Плиево, снимал историю, как девушка якобы второй раз вышла замуж. В общем, история нашумевшая, громкая была. Было много разных сплетен, слухов. В итоге я выехал, поговорил там с местными людьми, кто-то слышал, кто-то не слышал. В итоге мы сделали этот материал, основываясь исключительно на домыслах и слухах. Сейчас я бы себе такого, конечно, не позволил. И тогда, уже после выхода материала, я об этом пожалел. Пожалел, потому что я понял, по сути, что я оскорбил, может быть, задел честь и достоинство не только там семьи, может быть, этой девушки, но и всего ингушского народа. Сейчас вот мы встретились с людьми из Ингушетии, и мне еще раз доходчиво все объяснили. Естественно, по-братски было все еще раз объяснено. В итоге я вот хочу выразить извинения. Потому что на самом деле я считаю, что тот материал не должен был выходить в эфир. Если бы сейчас, год назад, 2 года назад, 4 года назад мне бы пришло такое задание или вообще появилась такая новость, я бы за нее не взялся, просто потому что набрался уже опыта и понимаю, где что можно, что нельзя, что стоит, что не стоит. Поэтому всему ингушскому народу тоже приношу свои извинения. Не хотел никого задеть, не хотел никого обидеть. Всем салам алейкум, давайте жить дружно, братские кавказские народы. Да, вот, в общем, такие дела. Ассаламу алейкум, Юрий. Мы сегодня встретились с нашим братом. Мы сегодня встретились с нашим братом, который снимал Плиево видео, где якобы девчонка второй раз выходит замуж. Мы сейчас с ним поговорили, по душам, по-братски поговорили, как того соответствует шариат. Он сказал, что вот я ему сейчас задам вопрос, я ему сказал, если ты мужчина, говори то, что в душе, не говори то, что нам надо. У нас, я ему объяснил, что в Ингушетии, когда девушку сватают, независимо от того, кто ее сватает, у нас есть старики, здесь взрослые братья, здесь взрослые люди, когда всегда проверяют ее мать, ее отца, ее родословную, ее отношение к соседям, их положение по вероисповеданию, их адаты и культуры. Без этого никогда в жизни никто не женится. Кто бы он ни был, и как бы он ни хотел жениться. И на это дают разрешение только старики. Это я объясню Мурат, да? Да, конечно. Мурат сегодня это все понял. Он говорит, если бы я был в том возрасте, в котором сейчас я нахожусь, в том сознании, которое сейчас у меня есть, я бы никогда это не воспринял бы. Мурат, скажи еще одну вещь, самую главную. Ты сам расследовал это вообще дело? Было это, что ты расследовал? Я приехал. Расследовал. Ты приехал, спросил у людей. Да. Тебе прислали видео с Москвы, да? Материал основывался на видеороликах из интернета и какие-то там прохожие. Прислали, люди. Правильно. Ты спросил у людей, когда ты спрашивал у людей, что они тебе отвечали? Они говорили, что мы слышали, но... Это слухи были, мы не знаем. Мы не присутствовали. Сам на свадьбе ты не присутствовал. Нет. Сам свадьбу эту ты не видел. Да, правильно? Все получается, все это видео, которое там есть, это материалы, которые присылали, склеили между собой.
Ну, своим участием, где ты присутствуешь, тоже Плиева. Ну, я сам выходец из Плиева, я поэтому говорю. Он оздоровился. Эти это... видеоматериалы откуда появились в природе, то я не знаю. Я не ты знаю. Просто пришел, как журналист, да. Исполнил то, что тебе сказали. Да, за это получил зарплату, правильно? Обычно, смотри, да. Ты только что перед моим народом ингушетом изменился. Да, все есть одна вещь, мы до этого с тобой говорили о давности, да? У ингушей не бывает давности, затрагивает их честь. У нас давности не бывает в этом случае. Согласен. Мы можем 100 лет прожить, передавать своим сыновьям, но давности у нас не бывает. У нас давность может быть в личной обиде, где честь не затронута. В этом может быть давность, и можем простить легко. Но когда дотрагивают наших женщин и девушек, у нас не бывает прощения. Понимаешь? Просто ты из-за того, что ты попался в эту колею, в ситуации, да? Я не понимаю, ты, вот, извини, я оказался свежим просто журналистом, который приехал снять. Из-за этого мы тебя не спросили, как надо спрашивать. Мы просто по-братски поговорили, ты сейчас подтверждаешь, что ты то, что в душе ты говорил, правильно? Абсолютно, да. Вот же от чистого сердца я сказал. Мехой, царь меля хара баханда, чем у сима тяр подставил дуэля, вей тей пусть вей камердионы, оболгатианы, все к черес нацу, гаспиш дя хамажды, все журналисты дя хамаж. Сига я журналисты дя, журналю уже сидяж. Царь бя бог бэс, у ханзе, у хаме охи, у что эште ян, тук антер дянту, у шо антер ла лоту, у хаме охи, вей нахаги, вей камагир, антер дусы. Хорошо, Мурат, телефоны я свои оставлю, если у кого-то какие-то вопросы есть, брат, в любое время мы готовы, как говорит один из руководителей региона, 24/7. Все, договорились, все можно.